Бельгийские сыровары намерены инвестировать в Казахстан традиционные европейские технологии. Местные сельхозпроизводители видят реальный плюс интеграции будущего Евразийского экономического союза. Они считают, что это позволит им расширить рынки сбыта и наладить совместное производство. Подробнее в материале нашего собственного корреспондента в Европе Жанат Эрнст. Европейские предприниматели заявляют, что вот такой качественный сыр в натуральной оболочке можно производить по лучшим европейским технологиям и в нашей стране из натурального казахстанского сырья. Все, что нужно в Казахстане для успешного совместного производства традиционного бельгийского сыра, выдержанного по строгим правилам столетних рецептов, это хороший бизнес-климат, изучение спроса, развитая культура потребления и растущий рынок сбыта. У нас масштаб производства и продажи не ограничен только в Европу. Мы смотрим за пределы Европы, и в том числе в Казахстан. Но для этого нам нужно в первую очередь, чтобы привести наш продукт в вашу страну, сформировать дистрибуцию, сформировать продажу, чтобы на дальнейшем, значит, чтобы производить уже на месте этот продукт. This product is exported for the moment already. Мы используем новейшие европейские технологии вкупе со старейшими традициями производства молочного сыра без консервантов. Некоторые виды сыров выдерживаются от 4 до 6 месяцев в особых условиях и температуре. Мы поставляем свои продукты в Россию и имеем четкий мастер-план инвестировать в производство и в другие страны, в том числе и в Казахстан. Перспективы интеграции Казахстана, России и Беларуси в составе будущего Евразийского экономического союза не пугают инвесторов. Плюсы очевидны, считают они. Это сокращение расходов на таможенные процедуры и логистику, развитие общего рынка товаров и услуг. Средства, что раньше тратились на бюрократию, пойдут на инвестиции и снижение конечной цены для потребителей. Интеграционный процесс это дает возможность у производителя увеличить свой рынок. Там будет уже свободная торговля. Вы можете использовать вот сырье и продавать вашу продукцию в одной стране и в второй стране свободно. Условия для инвесторов в Казахстане подстегивают и других участников евразийской интеграции, потому что наша страна ведет, по мнению европейских предпринимателей, по-хорошему агрессивную политику для привлечения средств извне. Ваше правительство, президент Назарбаев поддерживает программы развития сельского хозяйства, выделяются дотации для повышения, например, и в том числе восстановления молока, производства мяса. Это, конечно, привлекает инвесторов. У Казахстана с понятными правилами игры для ведения бизнеса хорошие перспективы на будущее, уверены европейские бизнесмены. Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Портрейк, Бельгия.